Зрители «Тюменского времени» продолжают болеть за участников телеигры «Есть ответ». Они в очередной раз выбрали лучшего игрока недели. По итогам интернет-голосования в 6-м выпуске лучше всех себя проявила Дарья Ратушняк из Казанской школы. Теперь ее команда отправится в следующий этап. Я никогда раньше не участвовала в различных телешоу. Поэтому я хочу выразить огромную благодарность телеканалу «Тюменское время» за такую прекрасную возможность поучаствовать и приобрести новый опыт для себя.